чуть-чуть передвинули, мы из забора ее никуда не выкинули, как закончим, обратно на место все вставим. Вот это конструктив. Так, щетка у нас в лапкете везде проходит. А, то есть мы как раз делали, чтобы щетки проходили. Там вот как раз крутится, мы немного расширили. Она крутилась, она так была, или расширилась? Чуть-чуть расширили, где-то на сантиметров на 20 предыдущие, потому что щетка не проходила. Ну и, соответственно, там в одном месте пришлось чуть побольше. Ну, в одном месте, короче, типа такого будет уширение. Ромбообразное. Ну, и вам спасибо тогда. Конечно, она не уходит, а спит. Тогда вот здесь нам, мы же не должны сейчас еще дворовывать. Допустим, отметки будут перепадать. И что в этом случае? Мы же не должны территорию сделать. Идеальный вариант был стрельнуть все, сделать дворовую территорию и вывести куда-то там в линию. Вот. Вопрос у них возникает. Мы сейчас поднимем там, повезло у нас раньше подвинуть, и здесь у них будет возможно. Без это, единственное место, куда можно сбросить стрельнуть, вот это. Незаконно. И в принципе, там, где у нас на стрельнуть.